Вот ровно месяц назад мы снимали последний сюжет про автоцентр «Фаворит», который располагается на выезд в сторону озера Соленое. Самое востребованное озеро в пору 40-градусной жары. Поэтому вы все здесь проезжали. Ну, за исключением тех, кто едут по объездной. Вернуться надо все-таки здесь, чтобы порадоваться вот этим восхитительным ценам. И что такое было месяц назад автоцентр «Фаворит»? Это было здание в строительных лесах. То есть всего лишь за месяц профлист и всего лишь через месяц новое лицо. Автоцентр «Фаворит». Кстати, он не только изменился снаружи, он еще и изменился внутри. Естественно, став больше в смысле увеличения ассортимента товара. Да потому что он уникален по сути. Нигде более так разумно не размещается все для автомобиля. Так же, как и для владельцев грузовиков, для которых здесь есть автомойка. Вот ранее мы это не показывали, потому что первый сюжет про автомойку «Фаворит» мы снимали глубокой зимой. Когда температура на улице была минус 30, сюда зайти просто было очень сложно. Камера запотевала. Вот. Но немного моек в городе Магнитогорске, которые на правом берегу способны принять фуры. Это может. Пока за моей спиной моют газель, что встретишь нечасто, потому что, ну, газелисты они такие, не все чистенькие товарищи. В смысле, не любящие часто мыться. Тем более, что и мыться негде. Вот здесь можно помыться. Если нету возможности загнать сюда фуру, то здесь с удовольствием принимают обыкновенные малолитражки. Сюда их заходит 4 штуки. При этом, ну, цена очень-очень шоколадно-мармеладная. То есть самая низкая в городе. Остап Бендер говорил, что эту страну погубит коррупция. Наверняка. Вместе с Лени. Один пример. Вчера еду на автомобиле и проезжаю своих мастеровых. Говорю, пацаны, вот тут запчасти есть, вот деньги. Хотите? Нет, не хотим. У нас делов слишком много. Ну, лоханулся, надо было ехать сюда, в автоцентр «Фаворит», потому что здесь вас ждут. Ну, проехали чуть-чуть подальше, в сторону бани на Малиновой. Какие условия зато, а? Чистота. Вот. Шиномонтаж полностью. Кстати, про правила дорожного движения. Вот этот дивный ближний свет фар, он немножко меня достал. Я частенько оставляю свой автомобиль с включенными фарами. Вот, естественно, это очень плохо для моего аккумулятора. В автоцентре «Фаворит» решают эту проблему. То есть, если ваш аккумулятор все, они попробуют его восстановить, а на время дадут свой. То есть, есть смысл заехать. При этом цены здесь, опять же, очень-очень такие приятные. Ну и малолитражки отечественные здесь очень любят. Да потому что здесь есть все. В жизни происходят чудеса, вы их просто не видите. Не видите и не понимаете о том, что все мы живем под Богом. И вот вам пример. Такое восхитительное лето, которое началось в середине апреля месяца. 15 апреля, помните, да? 27 градусов. То, что сейчас творится на улице, заставляет вас забыть о Турции, Египте, Таиланде и Индии. Вместе взятых. Потому что, ну, вот так оно там и делается. Только там это бывает еще и в январе месяце. И лето, и жарко. И особенно жарко становится тем, кто попадает в ДТП. Езжу по городу и не удивляюсь, как минимум 3-4 ДТП в день. Возможно, тепло также плохо воздействует и на голову. Ну, там мозги слипают, которых и так нету. Вот. И часто так получается, что люди стоят, потеют и не понимают, что ничего сложного-то не произошло, особенно если у вас отечественная машина. Дело в том, что все в наличии на отечественный автомобиль есть в «Фаворите». Я начинаю задумываться и даже мечтать о том, чтобы приобрести себе газельку. Кстати, если кто-то хочет поучаствовать в программе «Автостоп» или в программе «Дом, милый дом», и у кого-то есть газелька, ну, может быть, не совсем нужная, мы с вами договоримся. Я ее возьму по взаимному зачету, потом здесь в «Фаворите» полностью отремонтирую. Потому что, ну, во-первых, на газ здесь официальные запасные части. Во-вторых, ну, у «Фаворита» такое отношение. Не брать с вас многое. При этом обеспечивать широчайший ассортимент. Так что, честно говоря, при всей моей любви к иномаркам, отечественный автопром не помрет. Потому что есть «Фаворит», который не только лечит заболевания, но и диагностирует и предупреждает их появление. Есть здесь и такие специалисты. Конечно, не каждый горит желанием ехать в такую погоду, но надо приехать сюда по дороге на озеро Соленое, не доезжая до русских бань на Малиновой, вот рядышком с АЗС «Шурави». Хотя, честно говоря, украшение этого пятачка теперь это автоцентр «Фаворит». Причем это настоящий камень с хорошими гранями. В гранях низкие цены, высокая скорость доставки
и наличие запасных частей, свой сервис, автомойка. В общем, все здесь есть. Причем автомойка для грузовиков. Но если у вас возникают какие-то вопросы и вы не можете сюда приехать, ничего страшного. Есть два телефона магических. 49-69-30 – это телефон отдела запасных частей. Можно проконсультироваться. И если вы думаете, что запчасти на отечественный автомобиль не найдете, ну просто позвоните, вам все скажут. Если вы не верите моему сюжету. Ну и записаться на автомойку, либо проконсультироваться о наличии мест на сервисе, можно по телефону 49-69-50. Ну что, удобно? Осталось только самое маленькое. Автоцентр «Фаворит» — стать дилером какого-нибудь замечательного корейского или китайского автопрома, производящего электромобили. И тогда мы точно будем на коне.